Привет, ребята, я нахожусь в Фикспрайсе. Хочу новиночки для вас поснимать, давно уже не была здесь. Так, ну, в общем, тут из новинок вот такие щетки для лица, из натуральной щетины. И зеркала, заколочки. Такие вот еще и щетки. Так. Такие вот, кстати, зеркала есть, прикольные. Оно из бамбука или из дерева, наверное. Так. Вот тут очень большой такой стеллаж. Все завешено. Вот такие щетки для лица, массажеры для головы из новинок. Для тела много чего. Вот такие вот маски для глаз. В общем, ее можно и замораживать, и нагревать. Вот такие массажеры для головы. Ну, тут много всего. Такой вот есть. Так, вот банки для массажа. Буду снимать обзорчик и выложу свои покупки. Как раз я купила там и банки для массажа. Все такое. Вот. Вот такие еще в розовом цвете есть банки для массажа. Тут такие детские кошельки в трех цветах. Черный, коричневый, серый. Тут вот много новинок, всяких сумочек, косметички вот такие. Вот такие. Ну, короче говоря, много. Вот такие кошельки появились, детские, большие тоже. Вот такие вот. Ну, тут всякого, в общем. Привезли вот такие косметички, кстати, неплохой вариантик. Можно как дорожное использовать. Такие сумки, рюкзаки появились. Леггинсы, кстати. У меня такой костюм есть синий, и я еще взяла леггинсы. Вот. Такой расцветки, только... Вот, да, это леггинсы тоже. Я покажу в обзоре, что вообще, как они выглядят. Вот. Буду снимать обзор и покажу. Так что подписывайтесь и смотрите обзор покупок. Я вот тут уже набрала. Вот. Вот увидела еще такое платье кислотного цвета. Как я поняла, 249 рублей оно стоит. Ну, так прикольно, вариант дома ходить можно. Или куда-то на море. Кстати, на пляж. Вот тут из декора я нашла вот такую клетку декоративную, 299 рублей. Хоп. Такая вот декорация. Вот такой вот настенный декор нашла, 249 рублей. Еще типа как сено, что ли, у них лежит. Ну, в общем, вот так вот. А-ля такой деревенский стайл. Ну, на дачу можно. Так, вот тут такое. А, вот какие-то шарики новые, декоративные. Ну, я вам не советую их брать. 149 рублей, 4 штуки в наборе. Они, смотрите, осыпаются все. Так. Подносики такие. Вот такой подсвечник 199 рублей. И фигурка 249 рублей. Такие еще кактусы появились.
в виде фигурки, тоже 99 рублей. Они прикольные, но в Икее такие похожие есть. Были бы они без этого белого горшка, мне кажется, смотрелось бы лучше. Вот. Кстати, вот у нас же котенок появился. Там, если предыдущее видео смотрели, видели, да? В общем, он капец все дерет нам. И, ну, вот тут Фикси нету игрушек. Надо бы ему еще игрушек. Купила ему игрушек, и мне кажется, ему мало. Он набрасывается на нас. Ноги все в крови были, вообще жесть. Ну, короче говоря, что я хотела сказать. Тут еда есть в Фикси, и вот наполнители всякие, кошачьи, собачьи. Салфетки еще есть.